Добрый вечер, дорогие друзья. Без преувеличения могу сказать, что в эти октябрьские дни, наверное, на всей нашей планете, небольшой планете Земля, сегодня произносится имя композитора Джузеппе Верди, звучит его прекрасная музыка. Верди родился 10 октября 1813 года. Он не получил систематического образования, но был щедро одарен природной музыкальностью, огромной справедливой душой, устремившейся к истинно великому, к истинно вечному. Где жизнь, там музыка. Где музыка, там жизнь. В сердцах простых людей искал и находил композитор созвучие своим мыслям и чувствам. Теперь как никогда писал вождь итальянской революции Джузеппе Гарибальди: «Италия нуждается в вашей музыке». И композитор откликается одной из лучших своих опер «Набукко», где потрясающий по своей красоте хор «Лети, о мысль, как птица золотая, и ты прекрасна, о Родина наша!» распевал весь итальянский народ, как молитву, возрождающую святую землю, родную Италию. «Я всегда нес вам свои слезы», скажет в конце творческого пути Верди. Этот архитектор, выстраивающий в своих сочинениях чудные замки, дворцы, роскошные апартаменты аристократов, жилища простых людей, в которых всегда бушевали страсти и человеческие чувства. 26 опер оставил композитор грядущим поколениям. Созвездие планеты Земля. И в этом созвездии самая яркая, самая блистательная звезда – это несравненная Аида. Написанная в 1871 году по заказу египтян и во знаменовании открытия Суэцкого канала, эта опера на века стала визитной карточкой Италии и композитора Джузеппе Верди. Сейчас вы услышите марш, триумфальный марш из этой оперы. И слушая эти возвышенные аккорды, непременно хочется воскликнуть: «Браво, Верди! Браво, маэстро! Вива Италия, родившая человека и гражданина мира!» Концертный духовой оркестр творческого объединения «Аккорд», художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Даниил Осиновский. Триумфальный марш из оперы «Аида». Thank you.
Окончен бал, погасли свечи. Но хозяйка бала, известная парижская куртизанка Виолетта Валери, все еще в сомнениях. Кто этот прекрасный молодой человек, который встретился ей сегодня на балу, назвался Альфредом и так пылко признавался ей в любви? Кто он? И неужели ко мне действительно пришла такая долгожданная, такая настоящая любовь? Арию Виолетты поет Марина Сивцова из оперы Верди «Травиата». Чая, как ее
Продолжаем знакомиться с персонажами оперы «Травиата». Да, Альфред оказался честным человеком. Он действительно искренне полюбил Виолетту. И теперь она покончила со своей богемной жизнью. И они неплохо устроились в предместьях Парижа в уютном домике. Теперь они принадлежат друг другу. Но идиллия неожиданно нарушается приходом отца Альфреда, Жоржа Жермона, который возмущен тем, что аристократ и вдруг живет с куртизанкой, хотя и бывшей. Он умоляет Альфреда вернуться в свое общество, где его ждет действительно аристократка-невеста. И где он поистине будет счастлив. Арию Жермона из оперы «Травиата» поет Антон Дурахов. Splendor al corpo, e che posso
Когда-то очень давно владелец старинного замка граф Ди Луна обвинил старую цыганку в колдовстве и велел сжечь ее на костре. Свидетельницей этой ужасной казни была дочь цыганки Азучена. Прошло много лет, и вот теперь Азучене представилась возможность отомстить графу за смерть матери. И она вспоминает те ужасные минуты казни. Песню Азучены поет Зинаида Петрова из оперы Верди «Трубадур». Жизнь!
Узнав о том, что бережно охраняемая им дочь похищена придворными герцога, шут герцога Риголетто не просто взволнован, он взбешен. В ярости врывается он в приемную герцога, где его встречает толпа придворных. Куртизаны, негодяи! Что вы сделали с моей дочерью, похитив ее? Вы сделали меня зверем. Он порывается войти в покои герцога, но придворные его не пускают. И тогда Риголетто опускается на колени и с мольбой просит: «Жальтесь, сеньоры, верните мне самое дорогое, верните мне мою дочь». Арию «Риголетто» из одноименной оперы Верди поет Александр Вечоркин.
Сейчас во всей красе предстанет перед вами коварный обольститель, герцог Мантуанский. Да, негодяй, распутник. Но здесь возникает вопрос, почему же Верди наградил его такими прекрасными ариями? А все потому, что Верди всегда был верен правде. Да, он негодяй, но он молод, он красив, он обольстителен. Его любят все женщины, и пусть мужчины злобно скрежещут зубами. Поделать ничего невозможно. Баллада герцога из оперы Верди «Риголетто» поет Андрей Поташев. Итак, мы остановились на том, что Риголетто, пав на колени, просил толпу допустить его в покое герцога. Не успел он подняться, как дверь спальни герцога отворилась, и вбежала заплаканная Жильда, дочь Риголетто. Обняла отца
Отец начал успокаивать ее и говорит: «Не плачь, дочь, твой позор невозможно смыть никакими слезами. Но скажи, как ты оказалась в спальне герцога?» «Сегодня утром я пошла в церковь помолиться Мадонне, долго молилась, и вдруг в это время подходит молодой красивый человек, который представился студентом и сказал, что он давно знает меня и даже влюблен. Потом он ушел, а когда я выходила из церкви, какая-то толпа напала на меня, завязали мне глаза, и я оказалась в спальне герцога. И когда он вошел, я узнала в нем молодого человека, который был в церкви. Прости, отец, но я действительно его полюбила, и я не вернусь к тебе». Ну и здесь начинается очень бурная сцена между отцом и дочерью, которую так красноречиво сейчас вам расскажут солисты нашего оркестра Марина Севцова и Александр Вечеркин. Дуэт из оперы «Риголетто», дуэт «Джильды» и «Риголетто». Thank you.
mare, l'altar si rovesciò, tutto scompare, l'altar si rovesciò. Oh,
Так они, оказывается, помирились, а я не дочитал до этого. Сейчас вы услышите увертюру к редко исполняемой опере Верди «Луиза Миллер». Эта опера написана на известный сюжет драмы Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». О содержании этой очень сложной, запутанной пьесы, опере рассказывать можно очень долго, а можно очень коротко и словами популярной песенки. «Все могут короли, все могут корабли, но жениться по любви не может ни один король». Вот об этом опера «Луиза Миллер». Увертюру к опере играет концертный духовой оркестр, дирижер Даниил Осиновский.
Libiamo, libiamo nelle lieti calici, e la bellezza infiora, e là fuggeva, fuggeva allora, si ne brillava l'ota. Libiamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché спасибо. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Рады всегда вас видеть.